всю мужскую спальню и сказал конкретно мужикам о том, что Александра Гозиас другого языка не понимает, поэтому я буду ее лупить. И когда был разговор у нас, я попросил тебя, не вспоминай бывших, потому что мне это неприятно. Ты говоришь, это по теме здесь, Дим. Я просто добавляю, потому что сюда можно это вставить. Вот ты понимаешь, что с тобой мужчина, ему будет неприятно. Почему, когда я сажусь, и мы по теме разговариваем, я не вспоминаю о бывшей и не говорю, а знаете, а вот у меня было с бывшей вот так и вот так и вот так. Потому что оскорблять я знаю. Надо. Тряпкой я нужно знаю, швырять. Я знаю, посылать что тебе нужно. Неприятно будет. Я попытался один раз с тобой поговорить, второй раз ты меня не услышала. Третий раз, ну ты все равно вспоминаешь, понимаешь? И ты не забываешь это, понимаешь? И для тебя это норма в отношениях. Вспоминать бывших людей и сравнивать, это для тебя норма. Для меня это неровно. Я такой, какой я есть. Я также принимаю тебя такой, какая ты есть. Зло, неблагодарный. Ни в коем случае. Ты мне ни во что не ставишь. Это не любовь. Это не так, дорогая моя. Не такие должны строиться отношения. Не такие мы не должны быть. Ты сейчас выдумываешь где-то, что не такие отношения должны быть. Я обижена, говорю, после даже вчерашнего. Я реально обижена. Ты меня оболгал, ты меня оскорбил, ты меня унизил, ты меня послал. Мне не понравилось то, что моя девушка начала в мою сторону плевать. В мой как рот я в кидать камни. Что смотри, типа якобы молодой человек купил за 2 миллиона девушке кольцо. Я так это сказала. Цветы. Я в такой форме сказала. Я спокойно говорила. Говорю, смотри, какое кольцо подарил мне за 2 миллиона. И все. Это ты уже все перевернул и по-своему подумал. Пускай будет так. Каждый слышит по-своему, правильно? Но это не так. Вот так объясни мне, что это не так. Все, я тебе вчера не сидела, объясняла. Когда ты грубила, когда ты в ответ мне кидала нелестные слова, так же, понимаешь, это защита. Я тебя словом не обидела. Это нападение, понимаешь? Я тебя словом не обидела вчера. Ты сейчас даже издеваешься, смеешься. Да ни в коем случае я не... Охладись!